Теперь после определенного количества циклов растворяющегося дыхания мы снова входим в ощущение физического тела, для этого шевелим пальчиками на него, как бы обсыпая песочек со стоп пальчиками. На вдохе открываем глаза, смотрим на потолок, пробуем сосредоточиться там где-нибудь, в какой-либо точке, выбранной. Одновременно наблюдаем всю периферию, делаем вдох, с выдохом подводим ладошки под затылок. Приближаем подбородок до передней впадины, вытягиваем шею, сводим локти перед лицом и пробуем соприкоснуться локтями перед лицом. Делаем вдох в лопатки, туда межлопаточное пространство. И с выдохом пробуем приблизить локти к пупку. Поднимаемся, тянем. А теперь пару вдохов-выдохов, удерживая себя в максимально поднятом положении. И расстилаем постепенно спину верхнюю. Отдел. Локти расходятся, делаем вдох. И теперь ручки выложив вдоль туловища, ладонями вниз, пробуем подняться без помощи рук, стараясь не приподнимать пяточки над полом. Только за счет веса. Ну, поднимаемся. Ну как, легко? Легко. Да, да. Получилось? Да. Без вопросов. Не сильно легко. Сильно легко. В конце так. Да. Что, когда 48 или 16, тебе было тяжело? Да. Как у вас? Более-менее, но на выдохе трудно. Трудно 16 удерживать. Люба, как? 60. Что? 60 на год. 60? А на выдохе не делали? О, так вы даже 60, не 48, 60. Понятно.